World of Tanks Blitz покоряет новые горизонты. В версии 2.9 появятся тренировочные комнаты, изменение технических характеристик десятков машин, переработанная карта «Золотая долина», новый балансировщик и другие приятные нововведения. Наконец, в WoW Blitz появились тренировочные комнаты. Теперь игроки вместе с друзьями смогут изучить изменения в обновлениях, обкатать технику и лучше рассмотреть локации. Это позволит отточить мастерство владения танками и разработать новые боевые тактики. В игре был переработан балансировщик. Его алгоритмы были настроены на составление команд из техники с разницей в плюс-минус один уровень. Это позволит избежать неравных игровых ситуаций и сделает игру более комфортной. Изменение игрового баланса повлияло и на технику. Чтобы добавить сражениям динамики, изменились характеристики более 30 танков. Улучшилась скорострельность и точность орудий. Выросла проходимость по сложным грунтам и прочность боевых машин. Отдельно стоит отметить легендарного Мауса. Самый толстокожий танк WoW Blitz теперь сможет разгоняться до невероятных 25 км в час. Некоторым премиум-машинам повысили доходность. Так, например, у ИС-6 этот параметр вырос на 10%, а у Супер Першинг на целых 25%. Зарабатывать кредиты на них теперь станет легче. Клановое снабжение обзавелось 8-м уровнем развития. Достигнув его, игроки смогут получать 5% скидку на технику 8-го уровня, оборудование и ремонт, а также возможность покупать новые слоты для техники за кредиты. Камуфляжи британской техники стали более яркими и насыщенными. Для уникальных танков Е-25 номер 1, Чинука и Шиноби и Type 62 Дракон станут доступны традиционные боевые раскраски. При этом легендарные камуфляжи останутся в доступе, и нанести их можно будет в любой момент. В настройках игры появилась опция ограничения частоты кадров FPS до 30. Она поможет экономить заряд батареи и улучшить поведение камеры для устройств с низкой производительностью. Была полностью переработана карта «Золотая долина». Изменилась зона нефтебазы. Теперь она больше подходит для боев на тяжелой технике. Сюда же переместилось место захвата. Подъезды к пещере стали более комфортными. В районе респауна обеих команд появились эффективные защитные позиции для ПТ. В центре карты добавились новые проезды и укрытия. Теперь геймплей здесь будет более сбалансирован. Играйте и побеждайте на полях сражений World of Tanks Blitz. Удачи!